Волейбол, сидя, получил свое развитие более 30 лет назад. Дисциплина для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата – по-своему уникальный вид спорта и по-настоящему командная игра. Сергей Кохов играет в волейбол с 1991 года. Признается, за эти годы игра стала неотъемлемой частью жизни. И гимнастика, и эмоции, и общение. Я даже не знаю лучшего вида спорта для себя, чем сидячий волейбол. Да, безусловно, за эти годы, сколько я занимаюсь, я уже стал мастером спорта, играю в сборной Московской области не один год. И приглашаю всех инвалидов, опорников с малыми ампутациями, с большими ампутациями, неважно с какими проблемами, все, кто хочет заниматься спортом, приходите. Нужно сказать, что волейбол сидя мало чем отличается от обычного волейбола, отличие лишь в высоте сетки и размерах площадки. Спорт должен быть доступен. Так, Центр адаптивной физкультуры «Спартанец» вводит систему занятий по этой дисциплине. Спортивная подготовка теперь будет проходить на базе УСК Подмосковья. Вот так проходит первое занятие. Прибыли спортсмены как из Щелково, так и из соседних муниципальных образований. Мы включились вместе с областной организацией ВАИ в развитие волейбола сидя, вводим спортивную подготовку по этой дисциплине. У нас достаточно серьезный тренер, мастер спорта международного класса. В команде практически все игроки, члены сборной команды Московской области, которые сейчас вот в середине октября поедут на чемпионат России. Нужно сказать, достижению сборной Московской области по волейболу сидя немало. Наша команда и женская, и мужская уже несколько лет является серебряным призером чемпионата России. У нас из 30 членов сборной Московской области, как женщин и мужчин, 23 мастера спорта, 3 заслуженных мастера спорта, 1 мастер спорта международного класса. 2 игрока входят сейчас на данный момент в сборную России по волейболу сидя. Мужчина является в этом году сборной России, и мужская, и женская стали чемпионами Европы. Анна Блиет, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.